начала читать Евангелие ежедневно, поняла, что ничего не понимаю. Это прекрасное вообще открытие. Потому что действительно, когда пока не читаешь, думаешь, все понятно. Начнешь читать, думаешь, ничего не понятно. Да, Евангелие от Матфея. Что имел Господь в виду, когда говорил, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам? Ну, это он говорил, как вы помните, значит, об исцелении дочери Сирофиникиянки. Он подчеркивал некую разницу между богоизбранным народом и всеми остальными. Христа именно евреи упрекали в чем? В том, что он пришел, чтобы всех смешать в кучу. Что он пришел, чтобы упразднить еврейскую отделенность, еврейскую избранность и всех их смешать. А он нет, он на самом деле он подчеркивал, что спасение от иудеев, что сирофиникийцы эти все, это другие люди, как бы, значит, но и им будет милость, но сначала детям. А когда женщина проявила свою веру такую великую, значит, и сравнила себя с собаками, не обиделась даже, то Господь и дал ей милость, и дочку ее исцелил. То есть здесь Христос поступает как человек, принадлежащий к еврейскому народу. Прошу погасить свои националистические вспрыски, там, сполохи, сознание, потому что и это очень важно. Значит, он поступает к исполняющий закон. Он же пришел к своим, свои его не приняли. Он среди евреев поступал как евреи. Вот. А когда вы спрашиваете про то, что сыны свободны, значит, когда Петр там пришел к нему с просьбой там, о дидрахме, о подати на храм, то Христос спросил его, сыны свободны или нет? То Петр говорит, ну, конечно, сыны свободны. То есть мы можем спокойно не платить. Мы же сыны, так мы можем не платить. Но чтобы не смущать их, мы заплатим. Понимаете? Говорит, кто собирает подати с царя? Цари собирают с кого подати? Со своих детей или с чужих? Говорит, с чужих. Значит, мы свободны. То есть собирают подати, собирают на храм. А храм чей? Божий. А я кто? Сын Божий. Значит, мы свободны, мы не можем не платить. Ну ладно, чтобы их не раздражать, мы сейчас им заплатим. Причем заплатим как? Пойди на речку, кинь эту самую удочку в воду на озеро, вытащи первую рыбу, и там у нее будет монета, ровно удовлетворяющая за тебя и за меня. Понимаете? То есть здесь Христос во всем поступает как человек по плоти, относящийся к еврейскому народу. Вот. Его принадлежность к еврейскому народу очень важна, очень нужна для понимания. То есть по плоти он еврей. Ничего страшного. А как человек, он человек со всеми людьми. То есть еврей же тоже человек. Это же простые люди, на самом деле. Просто избранные для служения. И Христос пришел внутрь них. И об этом говорит как раз Матфей 15 глава и Матфей 17 глава. Вообще весь Матфей говорит об этом. То есть все эти пророчества он насыщает смыслом, что вот пришел Мессия, к своим пришел. И больше всего цитирование из Ветхого Завета у Матфея, потому что Христос пришел к своим. Вот. Но евреи по природе такие же люди, как все остальные, просто они взяты Богом в специальное общение. То есть Бог их приблизил к себе, вот, чтобы через них прийти в мир, в лице Сына Своего. Ну, хорошо, что вы, так сказать, погрузились в тьму невежества и удивляетесь о том, что раньше казалось понятным. Это очень хорошо.